Добрый день. Сегодня мы находимся в гостях у председателя региональной армянской национально-культурной автономии Краснодарского края. И, пользуясь случаем, хотим задать несколько вопросов. Артем Сергеевич, добрый день. Добрый день. Не так давно на уже имеющейся платформе была создана автономия, и хочется узнать, что послужило поводом для ее создания. В декабре 2018 года был опубликован указ президента Российской Федерации. Это закон о стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Вот ознакомившись как раз с текстом этого документа, подумав над всеми изложенными нормами в этом законодательном акте, мы с группой единомышленников пришли к решению о регистрации качественно нового общественного объединения. Расскажите, пожалуйста, о целях и задачах, которые на сегодняшний день стоят перед автономией. Цели и задачи, так двумя словами мы не можем пересказать. Скажу только, что все цели и задачи сводятся к реализации положений по улучшению состояния национально-культурного наследия нашего народа, гармонизации межнациональных отношений. В настоящий момент выстраивается структура организации, определяется круг лиц, ответственных за те или иные направления в деятельности организации, таких как спорт, культура, наука, искусство, медицина и прочие. Кроме того, существует информационная площадка, где мы намерены осуществлять информационную поддержку населения, именно армянского населения Краснодарского края, так как наша организация носит моноэтнический характер. Это Гайк-медиа. Сегодня эта площадка является информационным порталом региональной армянской национально-культурной автономии Краснодарского края. Кроме того, имеется опыт работ в области кинематографии, создано много различных кинопроектов. Вот это несколько таких аспектов. Кроме того, существует культурный центр, который действует в области образования, дополнительного образования, где работают неравнодушные люди на волонтерской основе. Есть организация религиозная, это Церковь Святого Саака Месропа, которая заполняет именно духовную часть в реализации программ нашего сообщества. Вот таким образом сегодня цели и задачи определены некоторыми направлениями в деятельности. На сегодняшний день на территории Краснодарского края уже есть действующие армянские общественные объединения. В связи с этим у меня возник вопрос. Взаимодействуете ли вы с ними? Если да, то в каком формате? Мы взаимодействуем с рядом организаций, которые уже давно действуют на территории Краснодарского края. Есть уже созданные общественные объединения в форме общественных организаций обычных, и есть уже национально-культурные автономии в некоторых городах и муниципальных образованиях края. Мы сейчас ведем консультации по вопросу возможного вхождения в структуру федеральной армянской национально-культурной автономии России. И в дальнейшем будем какие-то проекты осуществлять, скорее всего, с теми организациями, которые будут переходить на наши площадки и будут предоставлять, может быть, где-то нам свои площадки. Вот таким образом совместная деятельность, я думаю, будет на пользу нашему народу. Артем Сергеевич, насколько мне известно, вы также являетесь председателем армянского благотворительного общества, которое достаточно активно участвует в реализации различного рода культурных проектов. Например, в прошлом году прошел праздник «Абрикос», и армянское благотворительное общество принимало непосредственное участие в его организации и проведении. Планируете ли вы взаимодействовать с автономией? Если да, то опять же в каком формате, как вы это видите? Да, это был очень положительный опыт. На самом деле праздник получился очень интересным. И, естественно, армянское благотворительное общество будет осуществлять различные особо значимые проекты
национально-культурной автономии будет не просто принимать в них участие, а будет финансировать, взаимодействовать. И таким образом, я думаю, выстроится очень интересная работа с различными отраслевыми подразделениями автономии. Кроме того, у армянского благотворительного общества есть прекрасная история уже многолетних взаимодействий с рядом организаций города, такими как «Дом ребенка» и прочее. Кроме того, мы осуществляем поддержку и культурного центра, и нашей кинокомпании «Гайк Медиа». Очень много проектов в будущем. Конечно же, мы будем в них участвовать и помогать в их осуществлении. И в завершении нашей беседы, Артем Сергеевич, что бы вы хотели сказать всем тем, кто, безусловно, себя отождествляет с армянским народом, кому не безразлична его судьба и кто хотел бы максимально раскрыть, реализовать свой потенциал в деле сохранения и приумножения культурных ценностей армянского народа? Прежде всего, я хотел бы обратиться к неравнодушной части армянского народа, населяющего Краснодарский край, к интеллигенции, к молодежи, к другим слоям армянского общества, к тем людям, которым не безразлична судьба историко-культурного наследия нашего народа. Я призываю вас участвовать в деятельности региональной армянской национально-культурной автономии и таким образом передать грядущим поколениям все то прекрасное из культуры нашего народа, что есть сегодня. Благодарю вас. Сегодня мы говорили о настоящем и будущем региональной армянской национально-культурной автономии Краснодарского края с ее председателем Артемом Сергеевичем Минасяном.